Белгород, началась эвакуация? Что, в России неспокойно? РДК, Легион Свободы России, идет освобождать. Бои идут в приграничных населенных пунктах Белгородщины, Курщины. РДК сообщает, что продвинулся вглубь на несколько десятков километров и взял пленных. Путинская Минобороны сообщает о сбитии более чем 10 целей. Ого! Закрывают торговые центры. В общем, эвакуация. Жители Белгородщины, Курщины, эвакуируйтесь скорее, подальше от Путина.